Дютербокский госпиталь, 5 декабря 2023 года. КПП госпиталя. Вот ворота КПП. Да, в начале зимы, 5 декабря. Снег уже лежит. Подтаивает. Сегодня он начал подтаивать. 0 градусов в настоящее время. Времени 3 часа. 15 часов. Это в сторону туда, вглубь леса. Вдоль забора. Вот забор. За автомобилем видно. Вот КПП. На территорию мы не пойдем с вами. Сегодня поздновато. А вот вдоль забора мы пройдем. Ну, можно заглянуть за ворота. А табличка — это охранная фирма. Вот кто интересуется, может позвонить. Какая информация нужна, пожалуйста. Да, территория охраняется. Вот это прямо. Засунули камеру между створками ворот. Прямо. С левой стороны учебный корпус. Вот здесь вот как раз дежурный был. Дежурный или дневальный? Дежурный скорее. КПП. А с правой стороны это здание управления госпиталя. Здесь же был кабинет стоматолога. Ну, прямо как раз на столовую можно выйти. Да, вышли мы из госпиталя и на выход. Погода, конечно, деликатно сказать, нелетная. Но госпиталь функционировал любую погоду, любое время. Дня и ночи, в любую погоду. Уже сказал. Вот такой заборка, хорошо видно. Летом уже плохо видать. Из-за того, что все зарастает. Некоторые деревья еще с листвой. Вот листва. Застал их снег. Внезапно выпал снег. Уже с неделю лежит. Растает. Снег растает, конечно. Уже через неделю будут плюсовые температуры, там 7-8 градусов. К Новому году уже, наверное, не будет снега. Как бывало всегда. Но, правда, он и выпадал к Новому году не ранее. В этом году пораньше. КПП. Вот виден сразу уже корпус поликлиники. К этому поликлинике. Дорога накатанная. Ну, охрана, само собой, приезжает сюда. Здесь же приезжают работники заповедника. Территории вокруг госпиталя, как и, впрочем, весь полигон, это заповедник. Давно уже. Точнее, входит в состав заповедника территория. Да, вот здесь мы прошли, вон там место отдыха, курилка. Вот зимний лес. Рядом
КПП. Вот не знаю, эта калитка действовала, вот калиточка, это напротив поликлиники. Наверное, действовала, но и не всегда. Вот какой, какая калитка. Бедное устройство было для открывания-закрывания. Это прямо как раз вот вход в поликлинику. Там какая ручка. Дверная. Вон мы оттуда идем, там КПП. Скользко. Ну, немного осталось до шлагбаума, дойдем, там уже повернем. Обратно в сторону. Завершим видео. Не помню назначение здания. Аптека. Вот тут уже подтаял снег. Дождь должен был быть сегодня. Что-то летело мокрое. Обещали, как ледяной дождь. Обещали по прогнозу. Зима. Вот ворота еще одни были. И вот крайний дом, это дом, где жили руководители госпиталя. Начальник, по-моему, замполит. Но прямо мелькают автомобили, дорога налево. Алтыслагерь, Черезной лагерь, направо Лютербок. Вот этот дом, который крайний, где жил начальник госпиталя или командир. Вон машины бегают. Ну, калитка тут понятно, что действовала. Вот калитка. Также таблички на заборе. Внимание. Заходить нельзя, ничего нельзя. Но мы не заходим. За этим зданием, за домом, там сразу уже магазин. Магазин и дом, который четырехэтажный жилой дом. А здесь был шлагбаум на углу. Ноги здесь ходили. Ходили, ездили. В качестве пациентов. Ну, работники госпиталя. Вот здесь был шлагбаум.
небольшой. Вон видно основу для него. Эти две трубы и есть элементы шлагбаума. Ну, мы потихонечку будем завершать видео. 5 декабря. Петербургский госпиталь, посмотрели. Начало зимы. Забор. Тут еще ворота, по-моему, были. Не случайно этот надал бы вот, или как, ограничение для, чтобы автомобиль тут не наезжал. Вот. На углу. Наверное, это было. Да, вот ворота, конечно. Створки ворот. Видны. Одна рука в перчатке. Нормально. Камеру держу. Рука замерзла. 0 градусов. Ощущается, как градусов 5, наверное. Сырость. Вон те ворота. Еще посмотрим и завершим это. Да, не только больные приходили сюда, или работники госпиталя. Посетители посещали своих товарищей, родственников. Да, многим он памятен. Петербургский госпиталь. Вот и посмотрели. И уезжаем. Мы не на велосипеде. Уже на велосипеде сложно. Скользко. Но можно. До свидания. До новых встреч.